с вами Олег. Мы вас рады приветствовать в нашем канале Table Tennis for You. Сегодня наше видео будет касаться подрезки на столе. Мы покажем, конкретно будем разбирать технику подрезки на столе мастера спорта международного класса Анны Гапоновой. Аня на данный момент действующий член национальной сборной Украины по настольному теннису. Мне удалось потренироваться с ней, как бы очень она позитивный человек, скажу вам сразу, в общении очень как бы хороший человек, ну и тренировка проходит в таком хорошем, как бы интересном формате у нас, вообще она относится к каждому заданию очень ответственно, то есть как спортсмен она очень профессионально подходит ко всему. Мне это нравится, и давайте посмотрим, как же она подрезает на столе, и посмотрим саму технику подрезки.